Еще одна неделя позади, с нами новости Red Dead Online, все, что произошло за эту неделю, краткий обзор, обновление, у микрофона Готика, Сократ, погнали! Хочу сказать огромное спасибо Хантеру, Стэнли, Магуайру, Малиновой Вафельке, Гай Фоксу, Василию Дикию, Микиду, Иван Next 64 Рус, Руслан Винчестер, Алексей Котов, ну и Вовка СПБ. Спасибо вам, ребята, за помощь в развитии клана, канала и дискорда в целом. Вы оформили спонсорскую подписку второго уровня и вы. К сожалению, ребята, онлайн опять падает. Каждую неделю из недели в неделю падает онлайн, разработчики это видят, но, к сожалению, ситуация вокруг коронавируса оставляет желать лучшего, ребята работают на удаленке, и онлайн сейчас на данный момент, хотя геймеры дома, составляет всего 40 тысяч человек, что хотелось бы, конечно, поболее. Однако, может быть, это связано и с выходом Warzone и многих-многих других замечательных, достойных проектов. Но Red Dead Online все равно по чуть-чуть начинает угасать. И это видно по притоку новичков и по оттоку старичков. На этой неделе нас ждут прибавки к опыту роли и скидки для самогонщиков Red Dead Online, а также премии в размере 100 RDO долларов. Новая серия противоборств и не только. Бонусы для самогонщиков. Возрадуйтесь, чистолюбивые бутлегеры. С 24 по 30 марта вы будете получать на 50% больше опыта роли в Red Dead Online за все задания по продаже самогона, задания по бутлегерству и сюжетные задания для самогонщиков. Если вы не пробовали свои силы в роли самогонщика, вам необходимо будет достигнуть 5 уровня в качестве торговца или выполнить одно задание по продаже товара. После этого Крипс ведет вас с Мэгги Файк на ранчо Эмеральд. Мэгги большой специалист по части торговли с самогоном, и она поможет вам поставить ваш бизнес на ноги. Также на этой неделе на 10 золотых слитков снижена цена на все хижины самогонщика. Кроме того, действует скидка 40% на норфольских рысаков всех мастей и 40% на музыкантов для бара. Бонусы за костюмы и испытания роли. Модники, а также любители модного приговора, которые заполнят все 7 ячеек костюмов, получат в награду вторую кобуру до 70 уровня на свой выбор. Так что теперь у вас есть еще один резон перетряхнуть свой гардероб. Пройдите любые 3 испытания в любой роли, и вы получите в награду 100 долларов. Серия противоборств «Последний уцелевший». С 24 по 30 марта вы сможете поучаствовать в новой вариации режима «Последний уцелевший». Теперь каждый игрок будет появляться рядом с произвольно выбранным оружием. Ваша задача – продержаться в живых дольше всех остальных, чего бы это ни стоило. Карты – это шахта Аннесбурга, Армадилла и кладбище. Вот теперь самое важное. Награды за развитие персонажа, как я говорил в прошлых роликах, от 10 по 20, 30 и так далее. Они были продлены. Прошлые награды работали до 6 апреля. И люди думали, что обновление может выйти 7 апреля, либо 14 апреля. Награды, основываясь на этих наградах. Награды эти были продлены до 1 июня. Мы не будем делать скоропостижных выводов о том, что до июня нас не ждет никакое обновление. Я все-таки склонен верить к тому, что обновление будет в мае. Лично мои убеждения на эту тему. Есть же доводы в интернете, что люди получат обновление свое в начале и первой половине апреля. Также слух о том, что 25 марта, то есть завтра, нам дадут анонс GTA 6 и большого обновления для Red Dead Онлайн. Этот слух все еще остается в силе. Что ж, посмотрим, что нас будет ждать завтра. Также бонусы для подписчиков Twitch Prime. Игроки, которые связали свои учетные записи Twitch Prime и Rockstar Games Social Club, бесплатно получат сумочку коллекционера, улучшенный медный дистиллятор для самогонного предприятия и прибавка к опыту самогонщика, соответствующая 5 уровням. Бонусы для подписчиков PlayStation Plus. Обладатели подписки получат в подарок 3 карты способности
по своему выбору. Дружище, обрати внимание на ролики, которые уже есть на этом канале. Полные обзоры на все, что есть в Red Dead Online. Профессии, оружие, крафт, новости, моды. Да все, что угодно. Даже смешные озвучки. Все есть на канале Готика. Также до 30 марта у нас остались все те же самые предметы, которые были добавлены на прошлой неделе. Поэтому, если вы не успели собрать новый костюм из нашего модного приговора, основанный на куртке Чара, обязательно сделайте это, покупайте, создавайте костюм. Беда пришла, откуда мы этого не ждали. Red Dead Redemption 2, а именно модификация Red M от создателей 5M, то есть это RP-сервера, который мы так сильно ждали, недоступен для теста для новых игроков из-за Rockstar. Мультиплеерная модификация Red M стала недоступна для новых игроков после того, как Rockstar внесла ряд изменений в файл ПК-версии игры. Вот что нам написали в Твиттере. Red M в настоящее время недоступна и не работает для теста новых игроков, потому что Rockstar удалила API-службу, которая нужна для проверки легальности вашей копии игры. Учитывая, что мы не можем избавиться от этой проверки законным путем, и Rockstar не предоставляет альтернативный API, новые игроки не могут играть в Red M. Соответственно, мы не можем его тестировать. Разумеется, это огромное разочарование для всех, кто еще не успел попробовать и протестировать Red M. Возникает законный вопрос, стоит ли надеяться, что в будущем Red M снова начнет принимать новых игроков. По всей видимости, разработчики модификаций не теряют на это надежды. Мы все еще пытаемся найти альтернативу пути развития проверки лицензии для Red M, однако без содействия Rockstar задача только усложняется. Rockstar не хотят, чтобы игроки проводили свое время в неофициальном мультиплеерном режиме. Это ясно как день. Чем больше игроков в Red Dead Online, тем больше денег с микротранзакций. Неудивительно, что разработчики поступили так, как они поступили. Take-Two наверняка в значительной мере поспособствовала этому процессу в обновлении Red Dead Redemption 2. Что же остается надеяться, что у ребят все получится и они найдут решение из этой проблемы. Насколько мы знаем, разработчики Rockstar давали положительный комментарий к 5M. Им нравилось, что игроки занимаются таким мультиплеером. Однако сейчас они перекрыли кислород, так сказать, для модификации в Red Dead. За это вас не могут забанить, так как вы играете вообще на отдельном сервере. Не подключаетесь к Rockstar, однако для этого нужна лицензионная версия Red Dead Redemption. Что такое RP-сервера, надеюсь, объяснять не нужно. Проблемы с производительностью не оставляют в покое игроков. GeForce Express установка выпустила новый драйвер 4.4.5.75 от вчерашнего числа. Предыдущий драйвер исправил проблему с тем, что когда вы разворачивали игру, черный экран оставался, звук шел, но игра не начиналась. Новый драйвер исправил эту проблему. Однако версия драйвера 4.4.5.75, которую нам предлагают установить сейчас, выдает огромную проблему для 1060, 1070 и 1080 с низкой частотой кадров. FPS куда-то пропал. Будьте внимательны с возможностью откатить версию драйвера на предыдущую. Установка его на ваш страх и риск. Вот такие вот новости недели, к сожалению, у нас получились. Новостей действительно очень мало. Reddit молчит, 4chan молчит. Люди в основном обсуждают одни и те же проблемы, одни и те же ошибки. По поводу обновления новостей как таковых нету. Rockstar молчит, Twitter их молчит. Единственное, что мы можем делать, это домыслы и слухи. TS Fans написал у себя на страничке о том, что, скорее всего, на следующей неделе должно выйти какое-то крупное обновление. Но это слова TS Fans, который уже обосрался и не раз, касаясь GTA и RDR тем более. Поэтому его слова я даже не стал вставлять в основное сюжетное повествование этого ролика. И оставил на самый-самый конец, мало ли кто-то все-таки досмотрел, чтобы вы понимали, что этот кипиш зря. Единственная действительно важная утечка, которая могла быть, это связано с 25-м. Человек, который опубликовал пост о дате выхода Red Dead Redemption на ПК, выставил именно это 25-е число. Что ж, будем ждать, возможно, завтра появится какой-то тизер-отчет до анонса, там недельный, двухнедельный, месячный,
и, может быть, появится все-таки более-менее маломальская информация. Хотел напомнить, что на этой неделе в Готике будет турнир 1 на 1 стрельба самых базовых пистолетов без карт-способностей, стрельба от пояса. На дистанции 15 шагов приходите, будет весело и в субботу, то есть в пятницу 21.00, и в субботу в 19.00 у нас будет турнир «Захват удержания VIP-заложника на поезде». Захват, атака на поезд. Целый сюжет-сценарий прописан, спасибо большое Говеру Дипхоуку за эту возможность. Ну а на этом у нас все, Готика, Сократ, прощаюсь, пока.